Всем привет, Днепр на связи. Что у нас уже 15:05, воздушная тревога. Все срочно зашли, спрятались в наливайку, а то страшно. Тревога масштабная по всей стране, взлет МиГ-31, и плюс еще тушки в небе, уже отмечаются пуски ракет в сторону Николаевской области, Винницкой области. Фу, при этом сейчас читал новости, пишут, что было громко утром в Крыму. Некоторые источники указывают, что была атакована военная база на горе Ай-Петри. Несколько ракет Storm Shadow, погиб какой-то там даже командир и еще один военный. Уже под этим постом, где я читал, бумерангисты пишут, что хохлам труба за удары по Крыму. Бумерангисты как будто радуются, когда где-то что-то происходит, и можно вот это что-то где-то высраться, простите за выражение. Что еще, друзья, из интересного? А ночью в Запорожье неизвестный кинул 2 коктейля Молотова по зданию Шевченковского ТЦК. Но коктейли не взорвались, не загорелись. Плохо, видно, подготовился. Ну, теперь ищут массовика-затейника, грозит до 10 лет тюрьмы. Вот такая вот, друзья, у нас обстановка. Здесь уже он, орехи начинают появляться, смотрите. Ничего себе, уже орехи, надо Лютику сказать. Гляньте, сколько здесь орехов. На всех хватит. Я балдю. Ладно, хорошего дня. Я иду искать укрытие, чего и вам желаю. Всем спасибо.